құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз конференцияларын жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақстан Республикасының президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның 2015 жылғы жұмысы және 2016 жылға арналған жоспарлары туралы. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день в стране сформирована целостная система государственной поддержки и достигнут определенный прогресс в реализации семейно-демографической и гендерной политики. Значительный вклад в это внесла Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан, созданная по инициативе главы государства. Более подробно об итогах работы Нацкомиссии в 2015 году и о планах на текущий год нам сегодня расскажут наши гости. Позвольте представить заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан Елена Ивановна Тарасенко, а также члены Национальной комиссии. Это президент Республиканского общественного объединения Ассоциация деловых женщин Казахстана Раушан Бергебаевна Сарсимбаева, заместитель председателя правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» Лязат Яркеновна Ибрагимова, а также председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Сауле Мухамбедиановна Айтпаева. Уважаемые гости, я приветствую вас. Елена Ивановна, пожалуйста, вам первое слово. Благодарю вас. Қайырлы күн, добрый день. Барлықтарыңызға алғыс білдіреміз. Мы рады нашей с вами традиционной встрече. И позвольте мне от имени государственного секретаря Республики Казахстан, председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан Абдыкаликовой Гульшайны Ушаевны приветствовать вас и поблагодарить за поддержку, внимание и участие в брифинге, посвященном обсуждению деятельности Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики за период 2015 года и рассказать о наших планах на 2016 год. План работы Национальной комиссии за 2015 год был направлен на реализацию задач, поставленных в послании главы государства «Нурлы-жол. Путь в будущее», а также реформ по реализации плана нации «100 конкретных шагов». Основная работа, как мы вам и обещали на прошлой встрече, была сфокусирована на региональный уровень. Это обеспечение занятости женщин, повышение социальной ответственности бизнеса, поддержка женского предпринимательства, поддержка семьи, духовно-нравственных ценностей и вовлечение женщин во все общественно значимые мероприятия. Было обеспечено активное обсуждение проектов закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и законопроектом по вопросам защиты прав детей. Был организован пул спикеров из числа членов Национальной комиссии и обеспечена работа по разъяснению законопроектов через средства массовой информации. Была проведена значительная работа по актуализации общенационального плана мероприятий по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей в Республике Казахстан на 2015-2020 годы. Внесение изменений и дополнений в проект постановления правительства по проведению национального конкурса «Мерили от Басе» и разработки положения действующего экспертного совета при Национальной комиссии. Государственным секретарем республики, председателем Национальной комиссии был проведен ряд важнейших встреч с представителями международных организаций, национальных компаний по вопросам сотрудничества по направлению деятельности Национальной комиссии в целом. В итоге рабочих встреч достигнута договоренность по совместным проектам с ОСР, Центром ОБСЕ в Астане, структурами Организации Объединенных Наций, касающихся вопросов занятости женщин, защиты материнства и детства, профилактики бытового насилия, а также подписания меморандума о сотрудничестве между Национальной комиссией и акционерным обществом «Национальная компания Астана-Экспо-2017» в целях вовлечения женщин предпринимателей в развитии зеленой экономики. В августе 2015 года государственный секретарь посетила с рабочим визитом Токио для участия во втором заседании Всемирной конференции для женщин. В ходе встреч с премьер-министром Японии господином Абе были обсуждены вопросы участия на Астанинском экономическом форуме в целях также экономического продвижения женщин. 25 сентября 2015 года во главе с госпожой Абдыкаликовой казахстанская делегация приняла участие в работе Евразийского женского форума,
к миру, гармонии и социальному благополучию в Санкт-Петербурге. В рамках форума состоялись двусторонние встречи с главами делегаций иностранных государств и международных организаций. И в частности, такая встреча была проведена с председателем Совета Федерации Федерального Собрания госпожой Матвиенко. Госпожа Матвиенко отметила содержательное участие казахстанской делегации и возросший уровень работы в вопросах положения женщин в Казахстане. В Национальной комиссии проведена работа по разработке и утверждению плана мероприятий по реализации рекомендаций Комитета Организации Объединенных Наций по положению женщин и выполнению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации. И самое главное, были учтены вопросы, которые были отмечены по итогам сделанных Казахстаном 3-го и 4-го периодических докладов. В числе значимых мероприятий необходимо отметить проведение в рамках 8-го Астанинского экономического форума, Международного форума женщин, 1-го Конгресса Совета деловых женщин Национальной палаты предпринимателей Атамекен, семинаров-тренингов в городах Кокшетау, Кызылорда и Мангыстау. Реализован медиаплан информационного сопровождения, который был полностью выполнен. Согласно ему, были размещены в республиканских СМИ 27 статей, и в электронных СМИ выступили 18 спикеров от Национальной комиссии. Проведена большая информационно-просветительская работа по разъяснению основных направлений деятельности Национальной комиссии с участием заместителей председателя Национальной комиссии. Состоялись деловые встречи с акимами Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской и Мангыстауской областей, где поднимались вопросы формирования кадрового резерва в регионах из числа молодых активных женщин. Был проведен ряд встреч в трудовых коллективах. Подготовлены аналитические информации, и в том числе обзор выполнения Пекинской декларации платформы действий, статистические данные о браках и разводах в Казахстане за последние 5 лет, анализ исполнения всех инициатив Национальной комиссии в динамике за последние 3 года и аналитическая справка по вопросам развития детско-юношеского туризма как одного из стратегических направлений в деле воспитания патриотизма у детей. Были выпущены справочник о работе комиссии, справочная литература, причем хочу отметить, что впервые был сделан большой аналитический материал Центральной избирательной комиссии и Национальной комиссии об участии женщин на выборах депутатов маслихатов за период 2007-2015 годы в разрезе районов, городов и областей. Обновлена база неправительственных организаций, работающих с Национальной комиссией и региональными комиссиями по вопросам семейно-демографической политики. Была создана рабочая группа по вопросам защиты прав детей при отделе внутренней политики администрации президента из представителей центральных государственных органов и неправительственных организаций. Заместители председателя Национальной комиссии приняли участие в работе 4 заседаний областных комиссий, где проходили разъяснения, проводимые государством семейно-демографической гендерной политики в контексте реализации 5 институциональных реформ, а также активному вовлечению женщин во все сферы общественно-политической и экономической жизни страны. И хочу отметить сегодня, что в регионах значительно активизировалась работа региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политики. Национальная комиссия и ее региональные подразделения ведут активную работу с международными организациями в целях привлечения экспертов, дополнительных заимствований и финансов для реализации социально значимых проектов в рамках реализации стратегии гендерного равенства. Такая вот целенаправленная системная работа вывела Казахстан на передовые позиции в сфере реализации принципов гендерного равенства. В глобальном рейтинге гендерного равенства Всемирного экономического форума 2015 года Казахстан занял 47 место и вошел в группу стран, где возможности женщин в экономической, политической и других сферах оцениваются весьма высоко. И несколько слов о задачах работы Национальной комиссии на период 2016 года. В этом году работа Национальной комиссии будет сфокусирована на разъяснении и реализацию 5 институциональных реформ, послание главы государства «Казахстан в новой глобальной реальности», рост реформы и развития, всестороннее использование новых возможностей в рамках антикризисных мер. Особое внимание будет уделено вопросам семейно-демографической политики, репродуктивного здоровья подрастающего поколения, насилия в отношении женщин и их продвижения в общественно-политической сфере.
Государственным секретарем, председателем Национальной комиссии утвержден план мероприятий на 2016 год по реализации республиканской акции «25 полезных дел». План охватывает 25 конкретных мероприятий, о них вы сегодня подробно будете информированы. Будет продолжена работа по обеспечению реализации плана мероприятий, реализации рекомендаций Комитета ООН по выполнению положений Конвенции по ликвидации дискриминации в отношении женщин, стратегии гендерного равенства на 2006-2016 годы, целей устойчивого развития. Вы знаете, что Генеральная Ассамблея ООН определила 17 целей устойчивого развития, из них 12 целей касаются области гендерного равенства. Далее, фокус мероприятий будет направлен на реализацию плана по подготовке и информационному освещению республиканского этапа национального конкурса «Мерилиот Бассе», общенационального плана мероприятий по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей. Также большие задачи стоят перед экспертным советом при Национальной комиссии, которому предстоит провести ряд исследований по актуальным вопросам в социальной сфере, касающиеся защиты прав, интересов женщин, детей и казахстанских семей. Назарлан Рахмет. Сизге көп рахмет. Раушан Бергебаевна, пожалуйста, вам слово. Я продолжу то, что сказала Елена Ивановна, но более конкретно на двух пунктах. Это сегодняшнего дня Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан дает старт акции, ознаменованной к празднованию 25-летнего юбилея стратегии независимости, обретения независимости Республики Казахстан. Это 25 добрых дел. Вы все прекрасно понимают, и мы с вами также, что независимость – это великое благо, к которому стремились наши предки, и которое было достигнуто нынешним поколением. Как подчеркнул президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев, мы, казахстанцы, стали основателями и первопроходцами казахстанской эры восхождения нации. Это самое точное название нашего благородного времени и всех наших великих достижений. Мы растем вместе с независимостью Казахстана. И вот для того, чтобы эта акция, она была не только просто касалась только гражданского сектора или государственных структур, мы хотели задействовать, чтобы все население, мужчины и женщины, молодежь, они могли бы участвовать в социально значимых проектах, которые будут проводиться под эгидой Национальной комиссии. В связи с этим, с сегодняшнего дня дан старт 25 добрым и полезным делам, которые стартуют на республиканском уровне. А также в каждом регионе разработан такой план мероприятий, где учитывается инициатива абсолютно каждой группы населения, инициативной группы. И это делается совместно со всеми женскими неправительственными организациями. Вот на республиканском уровне мы считаем, что самым одним из значимых мероприятий это будет проведение благотворительной акции по проведению пластических операций нуждающимся детям из малообеспеченных семей. Второе, это вот мы считаем, что необходимо поднимать институт отцовства как один из направлений семейно-демографической политики Национальной комиссии. Это проведение республиканского слета отцов в целях повышения роли отцов в семейном воспитании. Следующий пункт, мы тоже уделяем очень большое внимание, это выявление одаренных детей среди сирот, детей с ограниченными возможностями на получение грантов на бесплатное обучение в Национальном университете искусств. Это проведение песенного фестиваля «Астана Мереи». Очень важно, чтобы в деле борьбы с коррупцией женщины сказали свое слово. И такая акция «Женщины говорят, коррупции нет», она тоже будет проведена во всех регионах. Конечно, очень важно передавать молодому поколению опыт тех старшего поколения, которые были у истоков независимости. И такая акция – это тоже будет проведена в регионах, встреча молодежи с женщинами, несшими
очень значительный вклад в становление независимости Республики Казахстан. Это вот то, что на республиканском уровне. В регионах, повторюсь, каждый, значит, составлены планы тоже по такой своеобразный караван добрых дел, которые совместно со всеми другими женскими неправительственными организациями будут организованы. Вот сейчас вы уже видите и слышите по телевидению из других источников, что повсеместно открываются такие благотворительные магазины «Все за спасибо». Вот буквально вчера открылся такой магазин в Балхаше, где принимают одежду все деловые женщины Балхаша, объединились для того, чтобы вот этот магазин работал, и по спискам, которые есть в Акимате, те, кто нуждается вот, из социально уязвимой группы, они могут прийти, и все за благодарность, за спасибо взять себе одежды, продукты и так далее. Есть акция, которая по раздаче бесплатного хлеба, это тоже будет продолжено. Сейчас акция проходит от сердца к сердцу. Это тоже во всех регионах, и достаточно от села к селу, значит, помощь, и мы его везде по-разному называемся, от женщины к женщине помощь, тем женщинам, которые нуждаются и в тренингах, и мастер-классах, и по развитию женского предпринимательства, и по семейно-психологическим каким-то аспектам. То есть сейчас вся работа очень планомерна, и не просто там одна акция в одном городе. Это планомерно развивается во всех регионах. И, конечно, вот буквально сейчас в Таразе в эти дни проходит акция, значит, это сдача донорской крови, значит, в пунктах центра по приему, значит, центр крови, который там сейчас буквально обслуживает наших деловых женщин, которые добровольно приходят для сдачи донорской крови. И вот мы, наверное, каждый раз будем вас информировать о том, как дальше проходит. Мы составили вот такую, значит, такой план-график. И если умножить, что 25 добрых дел будет проходить во всех регионах, на 16 умножьте, это свыше 400 полезных добрых дел, которые будут проводиться силами женщин. И второй момент, на котором я хотела заострить ваше внимание, это тоже большая, громадная работа проводится силами Национальной комиссии по делам женщин, семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан. Это участие женщин в избирательном процессе. Значит, баллотируются они кандидатами в депутаты на все уровни маслихатов от районного, городского и областного. И на прошлом брифинге я говорила, что в пятом созыве Мажилиса парламента было 28 женщин из 107 депутатов, что составило 26,2%. Мы немного не достигаем 30% представителя женщин среди законодательных органов власти, государственных, исполнительных органов власти. И эту задачу сейчас в избирательном процессе, на этих выборах мы можем в принципе решить. Если сказать о том, что сейчас первое место занимает НДП Нуратан, который выставил 30 женщин, и это составляет 23,6%. Коммунистическая партия из 22 кандидатов 4 женщины, это 18,8%. Демократическая партия Ак Жол 35 кандидатов, из них 6 женщин, что составляет 17,1%. Партия Берлик 8 кандидатов, из них всего лишь одна женщина, 12,5%. Партия Аул 19 кандидатов, из них 2 женщины. Ну, так как кандидатов больше, это процент составляет 10,5%. В целом мы надеемся на то, что все-таки мы достигнем 30% представительства. Вот буквально сейчас мне вот справка дана из Центральной избирательной комиссии, где зарегистрированы кандидаты в маслихаты всех уровней. Вот по последнему 2016 году 2850
62 женщины зарегистрированы. Это составляет 26,3%. Если взять такой хороший расклад, что они все пройдут, то мы увеличим представительство женщин на всех уровнях маслихатов до 26%. Сегодня эта цифра составляет всего лишь 17%. В 2000 в сравнении то наблюдается очень положительная динамика. Значит, в 2007 году представительство женщин было всего лишь 19,5%. В 2012 году 22,2 цифры сейчас составляет. И сегодня, еще раз повторюсь, это 26,3%. Вот такая динамика не может не радовать, но за это, еще раз повторюсь, большая крупномасштабная, широкомасштабная работа Национальной комиссии. Во всех регионах действуют клубы женщин-политиков, которые формируют резервный список для участия женщин вот, в сегодняшних выборах, для предоставления резервного списка на выборы различных уровнях. Это и выборы сельских акимов, районных акимов, замакимов. Это депутаты мажилиса всех уровней. Поэтому результаты работы, вот они налицо. И хотелось бы сказать, что количество депутатов областных маслихатов, а также города Астаны и Алматы на сегодняшний день составляет 549 человек, что, а количество женщин 68 из них, что в целом составляет 12,3. Конечно, это далеко до желаемого минимального уровня, но тем не менее, вот динамика, которую вот я сказала выше, она вот радует. Процесс идет, женщины сегодня активизировались, они чувствуют помощь национальной комиссии, чувствуют помощь областных комиссий по делам женщин, поэтому поддержка гражданского сектора и вот такая активность сегодня на всех уровнях избирательного процесса только радует. Теперь осталось, чтобы они вошли и были избраны уже депутатами, не кандидатами, а депутатами. Спасибо большое. Я благодарю вас. Следующее слово позвольте представить вам, Сауле Мухамбедиановна. Благодарю. Құрметті журналистер, ханымдар мен мырзалар, Қазақстан Республика президентінің жанында консультация кеңестік орган болып, табылатын ұлттық комиссияның басты міндеттерінің бірі ол отбасыға қатысты мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша ұсыныстар жасау, әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылықты жоюға жәрдемдесу болып табылады. Осы бойынша айтайын, Қазақстан бүгінде кәмелетке толмағандар өмірін өзгерту үшін Біріккен ұлттар ұйымы алдында тұрақты даму мақсатын берік ұстанып отыр. Негізінен әйелдер мен кәмелетке толмаған қыздар арасында прогресс өлшемі болу үшін шешуші индикаторлардың ішінде мыналар саналады. Бірінші әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық күрес мәселелері, екінші балалар өлімін азайту, үшінші халықтың денсаулығын жақсарту. Соңғы уақытта өздеріңіз білесіздер, аналарының нәрестелерін тастап кетуі, яғни тастандылар мәселесі, бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамның және құқық қорғау органдарының ерекше назарына ілігіп отыр. Мұндай әлеуметтік маңызды мәселені шешу үшін 2010 жылдан бері аналар үйі жобасы жүзеге асырылып келді. Барлық медициналық ұйымдарға, бала тууына, көмек жасаушы ұйымдарға, балалар стационарларына, балалар үйіне және басқаларына жағдайы қиын болашақ аналарға баласымен бірге уақытша тұруға болатын осындай үйлердің бар екені жөнінде ақпарат беріп отыруға тапсырма берілген. Өткен жылы ұлттық комиссия қиын жағдайға тап болған отбасылардағы аналарды жаңа туылған балалармен бірге уақытша тұрақтайтын орындар мен кризистік орналықтарды дейміз қамтамасыз ету бойынша ауқымды жұмыстар жүргізді. Бұл ретте денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Қазақстан Республикасындағы балалар үйінің қызметі туралы ереже жобасын жасады. Сондай-ақ балалар үйінде осындай отбасыларға жетекшілік ету бөлімдерін құру жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта ереше жобасы жергілікті атқарушы органдарға мақұлдау рәсімінде өтуде. Сондай-ақ әрбір
қалалық және аудандық емханада отбасыны жоспарлау кабинетінің болуын қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілді. Атап айтқанда, өткен жылы отбасын жоспарлау жөніндегі 24 кабинет ашылды. 2015 жыл қорытындысы бойынша елімізде отбасыны жоспарлау жөнінде барлығы 373 кабинеті жұмыс істейді. Жалпы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің мәліметі бойынша 15-17 жас аралығындағы 4681 жас өспірім жүктілігі бойынша есепте тұрады. Ұлттық комиссия жұмысының келесі бағыты әйелдерді тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғау. Мұндай зорлық-зомбылықты жоюға бағытталған 3400-ден астам конференция, семинар, тренингтер өткізілген. Онда 117 мыңнан астам адам қамтылды. Қазақстанда 2015 жылды 34 кризистік орталық балалыға әйелдерге нақты көмек көрсетті. Олардың 23-де әйелдерді паналайтын орындал болды. Өткен жылы кризистік орталықтарға көмек сұрап 21248 әйел және 2887 ер адам жүгінген. Олардың барлығына психологиялық, заңдылық, әлеуметтік көмек көрсетілді. Бұл жерде жергілікті атқару органдарының қосқан үлесін атап өту қажет. Олар өткен жылы жергілікті бюджеттен 13 кризистік орталыққа 37 миллион теңге көлемінде гранттар болген. Жалпы 2015 жылы қылмыстық құдалау органдарымен 66 мың әйелге қатысты жасалған 65 мың қылмыс тіркелген. Бұл 2014 жылы тіркелген 36705 қылмыстан 2 есе саз. Өздеріңіз сұрайсыздар, неге олай болып атыр деген. Былай қарасақ, құрметті әріптестер, осыған қарамастан әйелдерге қатысты қылмыстардың құрамын қарасақ, сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық 16 жасқа толмаған жасөспіріммен жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер жасаудың артқаны байқалады. Ал әйел зорлау саны бір шама азайған. 2014 жылы ондай оқиға 2527 болса, 2015 жылы 2310 болды. 2016 жылдың бірінші қаңтарынан бастап әкімшілік полиция қызметінің әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бойынша бөлімшесі жергілікті полиция қызметінің қарауына өтті. Оны өздеріңіз де білесіздер. Бұл жағдай тұрмыстық қылмыс санын азайтуға тиіс. 2015 жылы қылмыстың құдалау органдарымен 4038 кәмелетке толмағандарға қатысты 3820 қылмыс тіркелген. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 48% аз. Өткен жылы кәмелетке толмағандардың жыныстық пәктігін сақтау мақсатында медициналық мекемелер мен полиция органдары арасындағы салыстыру жұмыстарының нәтижесінде 2500-нан астам, оның ішінде өткен жылдармен қоса 2502 жыл 16-ға толмаған жас өспірімдермен жыныстық қатынас фактісі ашылды. Бұл 2015 жылы тіркелген кәмелетке толмағандарға қатынасты жыныстық қатынас қылмысының 33%-на өсуіне алып келді. Былай қарасаңыз, ол өзі өткен жылдың фактылары емес, біз әрбір нелерді тізім жасап, бұрынғы болған оқиларды да жинағанда осындай пайыз өсіп тұр. Бұл жерде мынаны айта кеткен жөн. Шындап келгенде бұл екі жақты келісіммен жасалған әрекеттер болғандықтан зорлыққа жатпайды. Және олар барлық қылмыстың жартысын құрап отыр.
Қылмыстың бұл түрінің алдын алу мақсатында жағдайсыз отбасылардың нақты санын анықтау жөніндегі жұмыс күшейтілді. Өйткені жыныстық зорлық зомбылыққа шыраған балалардың жартысына жуыға осындай отбасылардан шыққан. Мақсатты жұмыстар жүргізілуі үшін олар алдын алу есебіне қойылды. Былай айтсаңыз, ол әрбір факты бір жас өспірімге бірнеше фактілер болғансын, осындай қылмыстың несі өсіп тұрғанын анықталды. Мұнымен қатар жергілікті жерлерде тұрғындар мен білім беру ұйымдарында кең көлемде түсіндіру және үгіт жұмыстары ұйымдастырылды. Кәмелетке толмағандардың жыныстық пактігіне қарсы жасалған қылмыстарға қарсы әрекет ету мәселесіне ұлттық комиссия ерекше көңіл бөліп отыр. Соңғы уақытта тағы да бір мәселе бар. Өзіне өзі қол жұмсау және оған оқталу жайы өзекті мәселенің біріне айналып барады. Ол да ұлттық комиссияның өзінің назарында. Өзіне өзі қол жұмсаудың әлеуметтік экономиялықтан бастап психологиялық жағдайға дейін факторлары көп. Олар өздерін ауыр халде сезінеді, бірақ сонымен бірге үміті де сөнбейді. Өзіне өзі қол жұмсауға бекінген әрбір адам қалайда айналасындағы өзінің өзі ниетін аңғартады. Және жас балалар сондай өзі қол жұмсауды балалар ата-аналарын қорқытам деп ойлайды. Ол өмірді өзі мәселесін ойламайды да білмейді. 2015 жылы кәмелетке толмағандар арасында 201 өзіне өзі қол жұмсау фактісі тіркелген. Ең көп осындай оқиғалары оңтүстік Қазақстан облысында, Шығыс Қазақстанда, Алматы облыстарында байқалды. Бұдан бөлек ұлттық комиссиясының аясында 2015 жылда мамыр айынан бастап ЮНИСЕФ-тің балалар қорының қолдауымен Қызылорда облысында республикамызда кәмелетке толмағандар арасында өзіне өзі қол жұмсауды болдырмау бойынша пилоттық жоба жүзеге асырылуда. 2015 жылы әйелдер арасында өз-өзіне қол жұмсаудың 30%, ал өзіне өзі қол жұмсауға әрекеттену 34% өскені байқалды. Әйелдердің өз-өзіне қол жұмсауы көбіне отбасылық зорлық-зомбылық салдарынан болады. Ішкі істер органдарына және басқа органдар қазір талдау осыны айғақтайды және жұмыс істейді. Психологтердің пікірінше, өз-өзіне қол жұмсау әрекет жасаған адамдардың әрбір үшіншісі оны тағы да қайталайды. Бұл мәселе бойынша ұлттық комиссия әйелдер және жеткіншіліктерді қатысты қылмыстардың алдын алу мақсатында жергілікті полиция қызметі аясында жүзеге асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға мыналарды ұсынады. Әйелдер мен кәмелетке толмағандарды қатысты зорлық-зомбылық көрсету қылмысының алдын алуды күшейту. Екінші, әйелдер мен кәмелетке толмағандардың өзіне өзі қол жұмсауына итермелейтін себеп салдырды анықтауға, зерделеуге және оларды жоюға бағытталған кешенді шаралар жасау. Ондай адамдарды тұрғылықты жерінде тұрақты бақылауға алу үшін психиатрлық ұйымдармен байланыс орнату. Өз сөзімді қорытындылай отырып, жоғарыда аталған мәселелердің алдын алудың негізгі ролі отбасыларға жатқанын атап өтемін. Отбасылық дәстүрлер мен қоғамда жоғары адамгершілік құндылықтарды сақтауға, түрлі ұлт адамдарды мен ұрпақ арасындағы неке мен отбасын нығайтуға көмектеседі. Сондықтан да біздің ең бірінші мақсатымыз неке мен отбасы құндылықтарын насихаттау, бала тәрбиесіндегі ата-аналардың ролін арттыру. Рахмет назарларыңызға. Сізге көп рахмет, Лизат Еркеновна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Сауле Мухамедьяновна, очень
Много информации привела о бытовом насилии, которое есть в казахстанских семьях. И мы, как члены Национальной комиссии, считаем, что одним из факторов снижения всех этих явлений в казахстанском обществе является экономическое продвижение женщин. Ведь экономически обеспеченная, активная женщина никогда не позволит, чтобы такие процессы развивались. Наши женщины в Казахстане очень яркие предпринимательницы. У нас рабочая группа существует в Национальной комиссии по развитию женского предпринимательства. Как вы знаете, глава государства ставит конкретные задачи по развитию и всемерной поддержке женского предпринимательства. На сегодняшний день в Казахстане 47% женщин, индивидуальных предпринимателей, являются руководителями своих компаний. 41% – это женщины-учредители юридических лиц, компаний малого и среднего бизнеса. Такие высокие показатели показывают потенциал развития женского предпринимательства. В дорожной карте бизнеса, в государственной программе, инструментами субсидирования и гарантирования пользуются более 2000 компаний, которые возглавляют женщины и которые созданы женщинами-предпринимателями. На сегодняшний день международные финансовые организации ярко подчеркивают эти процессы, происходящие в Казахстане, и делают даже специальные, уникальные в Центральной Азии единственные программы по развитию женского предпринимательства. Так, дочерняя компания холдинга «Байтерек», акционерное общество «Фонд развития предпринимательства ДАМУ» в рамках развития программы поддержки малого и среднего бизнеса совместно с Азиатским банком развития поставила условие, что при финансировании предпринимателей 33% всех ресурсов должны быть направлены на развитие женского предпринимательства. И сегодня уже по факту профинансировано 439 проектов на общую сумму 18 миллиардов тенге, что составляет 38% от всех размещенных ресурсов. Как видите, таких показателей можно добиваться. И Европейский банк реконструкции и развития присоединился в прошлом году к этой инициативе по развитию женского предпринимательства. Одобрен общий лимит на Казахстан в размере 50 миллионов долларов. Создана специальная программа Women of Business, женщины в бизнесе. И сейчас в рамках нее реализуется финансирование женщин-предпринимателей. Так, только за последние 4 месяца банком «Центр кредит» на сумму 1,5 миллиарда тенге было профинансировано 54 женщины-предпринимательницы. Женщины-предпринимательницы двигаются дальше. Они делают инновационные проекты. По данным еще одной дочерней компании холдинга «Байтерек», акционерного общества «Национальное агентство технологического развития», в 2011 году среди женщин, которые выигрывали инновационные гранты, доля была 3%. То есть примерно среди 50 грантов только одна женщина была победитель со своим проектом. На сегодняшний день, в 2015 году, доля женщин, которые получили инновационные гранты, достигла 10%. И мы видим, что этот процесс происходит по увеличению инновационных именно инициатив среди женщин-предпринимателей. Третий фактор. Женщины Казахстана очень активно участвуют в программе «Нурлы-жол». Как вы знаете, в программе отдельное направление – это развитие жилищного строительства. Решение проблем доступного жилья для казахстанцев является очень большой задачей для всего нашего общества. На сегодняшний день «Жилстройсбербанк» – это организация, которая осуществляет специальную отдельную программу по жилищным строительным сбережениям и дает возможность нашим соотечественникам покупать дешевое доступное жилье, при этом дает сниженные проценты по специальным ипотечным программам, имеет более 600 вкладчиков. Мы проанализировали и увидели, что 60% этих вкладчиков – это женщины. Наши казахстанские женщины верят в систему жилищных строительных сбережений, активно в ней участвуют. Из всех заемщиков, которые получили деньги в жилищно-строительном сберегательном банке, 56% – тоже женщины. И эти процессы продолжаются. Еще одна дочерняя компания, казахстанская ипотечная компания, сейчас строит арендное жилье во всех регионах по программе развития регионов. И по статистике, для приобретения квартир женщины получили
в прошлом году общую сумму 43 миллиарда тенге. То есть этот портфель, который был создан для женщин, дает возможности по решению проблем доступного жилья. Таким образом, мы хотим еще раз подчеркнуть, что роль Национальной комиссии при продвижении вопросов семейной демографической политики, основой его является экономическое продвижение женщин. И как показывает наша статистика, идет рост активности женщин как в предпринимательстве, так и в инновационной экономике, в жилищном строительстве. И в преддверии вот такого хорошего праздника 8 марта мне бы хотелось поздравить всех женщин Казахстана и призвать их к более активному участию во всех государственных программах, которые у нас есть в Казахстане, и к тому, чтобы наше с вами будущее, оно определялось будущим наших детей. Мы всегда подчеркиваем, что хорошие умные дети рождаются у образованных, обеспеченных, активных женщин. Спасибо. Я благодарю вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. Мы также поздравляем вас с приближающимся праздником. На этом, уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Пожалуйста, первый вопрос. Человек и закон. Слушаем. Здравствуйте, Полина Ню, «Человек и закон». Как сегодня Национальная комиссия по делам женщин и семейной демографической политики при президенте РК выстраивает диалог с международными организациями? Спасибо. Я благодарю вас за вопрос. Пожалуйста. В своем выступлении я уже отметила, что Национальная комиссия с момента своего образования выстраивает партнерские отношения с международными организациями, которые аккредитованы в Казахстане. Наиболее активную деятельность – это, конечно, Организации Объединенных Наций, это ОБСЕ в Астане. И сейчас очень конкретные уже предложения наработаны с ОСР. И в чем важны именно вот партнерские отношения, поскольку весь международный опыт использует Национальная комиссия в своей деятельности благодаря привлечению экспертов, изучению международного опыта и, в частности, в работе над законопроектами. И вот здесь хочу отметить, что организация ООН «Женщины» в течение всех предыдущих лет оказывала большую техническую поддержку в разработке стратегии гендерного равенства в Казахстане. И буквально вчера мы провели очень большую рабочую встречу с агентствами Организации Объединенных Наций, аккредитованных в Казахстане, и Национальная комиссия вновь подтвердила свое сотрудничество. И на будущее мы определили цели и задачи, которые сегодня необходимы для реализации гендерной политики в целом, семейно-демографической политики. Это, конечно, будут проведены конференции и круглые столы, встречи с экспертами, выезд наших делегаций за рубеж для изучения международного опыта. Поэтому такой диалог, он был, есть и в будущем также будет определен. Спасибо. Благодарю вас за ответ. Следующий вопрос. Бенюс Кейзет, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько удалось снизить в Казахстане в последнее время младенческую и материнскую смертность? Спасибо. Действительно, очень важный и актуальнейший вопрос. Мы за последние годы, вот благодаря большой системной работе, принятию мер, материнская смертность в Казахстане была снижена на 13%, а материнская смертность на... детская смертность была снижена на 27% и материнская смертность на 13%. И я хочу отметить, что вот международные организации отметили очень хорошую динамику снижения детской и материнской смертности в Казахстане. И они подчеркнули, что в Казахстане принято очень много важных мер для того, чтобы этот процесс был уже как бы в систему определен. И, конечно, нам нужно двигаться к европейским показателям, где материнская и младенческая смертность где-то идет в показателях 4,6%. Поэтому я надеюсь, что эта работа в нашей стране будет продолжена благодаря общим усилиям. Елена Ивановна, уважаемые гости, я благодарю вас за участие на нашей пресс-конференции. На этом время нашей работы подошло к концу. Благодарим всех за внимание. До скорой встречи.